Кэти, Кэти, давай пойдем прогуляемся. Хорошо, Лилу, пойдем прогуляемся. У тебя очень красивый город, бухта приключений. Тут такая красота. Хорошо, Лилу, пойдем прогуляемся. Там много интересного. Какой я классный купил костюм. Ух ты, привет, Гонщик. Вот это у тебя штуковина. Ты что, ее в магазине купил? Да. А что она умеет делать? Вот что умеет делать. Ух ты, так она еще и летать умеет. Еще она может по канату ездить даже. Классно, давай, Лилу, мы тоже зайдем в магазин. Может, мы что-нибудь интересное найдем. Главное, полетел. Привет, Мордик, ты как всегда попал в сети. Смотри, что я тебе принес. Ведро с рыбкой, держи. Ну ладно, Моржик, я поехал по своим делам. Классно, мы купили новую мочалку, и теперь мы сможем еще тщательнее мыть домашних животных. Вау. Ух ты, откуда эта собака? Какая хорошенькая. Кажется, она загрязнилась. Пойдем с нами, песик, мы тебя помоем нашей красивой розовой мочалочкой. Ты будешь чистюля. Пойдем. А поможет наш ролик снять вот эта игрушка. Здесь есть ванночка, мочалка, полотенечко. Грязнуля, собачка и девочка. Вот смотрите, девочка моет собачку, и она становится чистюлькой. Какой красивый песик, Кэти. А можно мы оставим его себе? Мне он так нравится, он такой пушистенький. Лилу, мы сначала должны помыть песика, а потом сказать Райдеру, что мы нашли собачку, и нужно узнать, кто ее хозяин. Если у нее нет хозяина, тогда мы ее оставим себе. Пойдем за нами, песик. Ну что, собачка, запрыгивай в ванну. Не бойся, мы тебя сейчас покупаем. Ну все, я включаю и буду мыть собачку. Шик-шик-шик-шик. Ух ты! Здорово, собачка отмывается. Ну что, я сейчас губкой тебя буду намыливать и сделаю много пенки. Молодец, Лилу, ты столько пены сделала. Да, мне так нравится, песик. Давай я тебе буду мордочку вымывать. Ты сейчас будешь чистюлька. Какой милый. Ой, он и ему нравится. Он говорит, что ему очень нравится мыться. Вот так вот, сейчас посмотрим. Еще водички, еще немножко. Вот так. Песик, поворачивайся вот так мордочкой. Молодец, какой ты послушный. Давай мы тебя помоем, а потом вытрем полотенечком и посушим феном. Кэти, Кэти, я вымыла собачку, смотри, какая она чистюлька. А сейчас ее нужно вытереть полотенечком, помогай мне, Лилу. Давай, собачка, какая хорошая, можно я тебя обниму? Ты такая милая. Уф-уф. Ну вот, мы вымыли собачку, а сейчас мы ее отведем к Райдеру. Будем выяснять, кому же она принадлежит. Ох, как мне хочется, чтобы она никому не принадлежала. Я хочу ее забрать себе. Ну, Лилу, подожди. Если она никому не принадлежит, конечно, мы ей с радостью приедем. Но если она кому-то принадлежит, ее хозяин очень расстроится. Ему надо вернуть песика. Пойдем со мной. Пойдем. И что произошло с собачкой, вы узнаете в следующей серии. А сейчас я вам расскажу, как ко мне попала Лилу. Так, маяк Палтуса у нас. Я вижу, все нормально, бухта приключений, все хорошо. И у фермера Юми все хорошо. Будем ждать Скай, пока она завершит свое задание. Райдер, а можно мне еще косточек? Косточек, крепыш, ты уже третий раз кушал косточки. Переедать это плохо, наверное, пока придется подождать. Ну, хорошо. А я пока проверю работоспособность кнопки экстренного вызова. Так. О, Скай вернулась.
Да, я только что была на синоптической станции и скажу вам новости не очень хорошие. Снега в бухте приключений не предвидится. И, к сожалению, жители бухты не смогут получить новогоднее настроение без снега. Что мы будем делать, Райдер? Не бывает нерешаемых ситуаций. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Я знаю, что мы можем сделать. Мы можем поговорить с Джейком, а у него есть секретная карта проезда к Санте. Или даже сказать прохода. Наши лапки нам помогут туда добраться, и наши носики. Кстати, Скай, ты на задании проголодалась? Иди подкрепись. Крепыш тебе как раз... Спасибо. Угостит тебя. Ух ты, какая вкуснятина! Ням-ням-ням! О, ты все съела, видимо, сильно проголодалась. Да, после полетов хороший аппетит. Конечно же, любые новогодние неурядицы надо решать при помощи Санты, святого Николая, Санта-Клауса. Ух ты, это будет настоящее зимнее приключение. Сейчас я об этом сообщу гонщику. А мой перископ как раз смотрит на горы. Там полно снега. Ну что, Скай, ты готова? Да, я готова. Щенки, все за мной навстречу с приключением. У-ху! И меня не забудьте подождать. Опа! Ох, как хорошо, что я почти закончила украшение новогодней статуи. О, Ципполетушка, ты тоже одела шапочку и шарфик, чтобы передать зимнее настроение. Не только Ципполета одета по-зимнему, но и моя кошечка Присцилла. Она в миленькой шапочке. Ох, да, Кэти, к сожалению, у нас слишком тепло и снега нету, потому приходится создавать настроение вот такими вот способами. О, да, это очень красивая статуя. Она передает праздник и дух Рождества. Вот, смотрите, это елочка, это ориентир по дороге к Санте. Ох, так холодно сейчас. Классно было бы тепленькую одежду. Ну, может быть, у Санты попросим. Эй, щенки, не забудьте, самое главное это пряник. Да, точно, надо думать, конечно же, о всех. А мы поспешим, а то холодно. О, привет, мэр Гудвей, привет, Кэти. Я срочно отправляюсь к шлагбауму на 7-й авеню, там меня ждет поезд. О, шлагбаум, а вот и поезд. Привет, привет, машинист. Ты привез мою елочку, как я заказывал. Нам эта елочка нужна на новогодний праздник. Спасибо. Сейчас подъедет Рокки, заберет елочку, и мы будем праздновать Новый год. Ну, вот мы и на месте. Ух ты, какой большой домик. Да, и так красиво сверкает. Уху-ху, здравствуйте, щенки, с чем вы пожаловали? Здравствуйте, Санта. Мы у тебя пришли попросить пряник. У нас в бухте приключений, к сожалению, нету снега. И мы хотели подарить праздничное настроение всем жителям и попросить у тебя красивый и большой рождественский пряник. А для себя вы что-то хотите попросить? То, что для себя, нам бы всех порадовать. Это будет лучший подарок. Вижу, щенки, у вас доброе сердце. Вы не для себя подарка ищете, а для того, чтобы принести праздник в сердца своих близких. Для таких щенков у меня есть особый подарочек. То, чего бы им хотелось, я знаю. Вы когда шли, вы хотели согреться, поэтому я вам дарю... О, дядька, помоги распечатать посылку. Смотрите, это же щенки в шапочках. Шапочка, классно. Здорово, такой новогодний сет. Подарок от святого Николая. Да, какие они милашные. Да, и у них вот там елочки, смотрю, снежок как раз под нашу композицию снежную. Ну что, давайте их распакуем. Давайте. Райдер, я прибыл, ты вызывал меня? Давай, Рокки, вместе возьмем эту елочку и перенесем к тебе в машину. Хорошо, у меня большой багажник, эта елка как раз поместится. Это вообще-то разборная елка, Рокки. Давай ее разберем и засунем в багажник. Хорошо, мои инструменты как раз помогут.
Так, первая часть. А вот сразу же и четвертая часть. Опа! Отлично! Ну все, загрузка завершена. Рокки, кстати, я тебе установил электропривод на багажник. Спасибо, это как в новом кроссовере. Ну, я пошел. Ну, спасибо тебе, машинист, ты нам очень помог. Да, пожалуйста. Спасибо, Санта, нам теперь так тепло. У нас такие тепленькие костюмчики и теплые шапочки. Теперь мы в таких костюмах в бухту приключений домчимся намного быстрее. Да, и мои лапки не будут мерзнуть. На самом деле, когда вы ко мне шли, я слышал ваши желания. Но у меня есть подарки еще и для ваших друзей. Вот вам сани с подарками. Какие классные сани! Вот это да! Они просто красивейшие! Смотрите, какой рисунок! А с этой стороны... Здорово! Это красотища! Всем обязательно понравится! Спасибо, Санта! Ну, мы повезли подарки к нам домой! Я знал, что вам понравится! Счастливого Рождества! Мэр Гудвей, с елкой все отлично. Она будет доставлена вовремя. Сейчас она у Рокки, Рокки ее соберет и поставит в самом центре. Спасибо, Райдер. Вы со своей командой щенячьих патрулей всегда помогаете бухте приключений. Кстати, щенячий патруль вот-вот уже должен подойти. Ух ты, щенки, у вас такие красивые костюмчики и шапочки. Не только у нас такие красивые костюмчики, но и другим щенкам мы приготовили подарки. Это что, такие же шапочки-подарки? Да, конечно, такие же шапочки-подарки, но еще, конечно, мэру Гудвей, Кэти и тебе, Райдер. Я очень рада, что мне тоже достался подарок, жду с нетерпением. Но еще Санта для нашего города подарил пряничные сани. О, да, я на пряничных санях пожаловал к вам в город и подарю подарки. Это будет для каждого неожиданностью. Ух ты, какой же мне подарок? О, мэр Гудвей, вам подарок. Вот такая вот арфа и домик для Циполеты. Замечательно, замечательно. Я большой любитель классической музыки. А арфа – это особый инструмент. Он лечит душу и сердце. И Циполета будет довольна. Спасибо, Санта. Мне нравятся благодарные люди. И следующий подарок для Кэти. Ух ты, интересно, что же мне достанется? Ух ты, это шар-сюрприз Лол, я так хотела. Там мне достанется маленькая сестренка. Надо быстрее его распаковывать и посмотреть, какая же она миленькая. Ну вот, Кэти пошла распаковывать яйцо и покажет нам свою сестренку. А тебе, Райдер, я дарю вот такой подарок. Ух ты, зимний мотоцикл! Сейчас я только распакуюсь из пачки и сяду на него и поеду! Ну, этот Лол настоящая капуста! Ведь недаром говорят, детей находят в капусте! Смотрите, какая милая сестренка! Да, да, детей находят в капусте. Все мамы так отвечали в детстве, и это правда! Щенков. Да, да, вот они, щенки в шапочках. Рокки, Рокки, он еще там елку доделывает, и мы сейчас к нему пойдем. А щенки, гонщики, Зума в шапочках. Кэти, а что это за красивая девочка такая? Это моя сестренка Лилу. Санта исполнил мое желание, и у меня теперь появилась маленькая сестренка, так что я буду о ней заботиться. Она такая милая, мы ее тоже будем обучать и играться с ней. Да, теперь Лилу в нашей команде. Команда «Щенячий патруль» будет ее защищать. Хорошо, а я буду учить ее быть послушной и хорошей девочкой.
Мне нравится, что у вас такая слаженная команда. Сейчас мы сходимся вместе к елке, которую настраивает Рокки, и я полечу к другим деткам. Хорошо, пойдемте. О, Рокки, я вижу, ты уже почти закончил дела с елкой. Да, она уже готова, так что надо произнести волшебные слова, и она загорится. Раз, два, три, елочка горит! Ух ты! Какая красота! О, какая красивая елочка! Замечательно! Настоящий праздник! Это еще не все, я вам сейчас подарю снег! Ух ты, снег! Это же так хорошо! Здорово! Мне очень нравится! Да, Лилу, это твое первое Рождество! Я тебя поздравляю! Это очень весело! Ну, хорошо! Я полетел! Меня же ждут еще другие детки! Пока! Пока, Санта! Пока!